В Новом Уренгое с мемориала убрали игрушки. Люди их приносили в память о погибших в пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Как сообщили в храме преподобного Серафима Саровского, игрушки высушат и приведут в порядок. На 40-й день их раздадут детям-сиротам и детям-инвалидам. Совместная разработка сервисной компании общества «Распан Интернешнл» заняла 3-е место в конкурсе среди подразделений «Шлюмберже». Проект, выполненный для «Распана», обошел 500 работ конкурентов. Это технологические новинки для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Городской автобус номер 7 с 22 часов 7 апреля до 6 часов 8 апреля будет курсировать по частично измененной схеме движения. Он будет останавливаться возле православного храма преподобного Серафима Саровского и двигаться по маршруту около Богоявленского собора в южной части города. 8 апреля пройдет праздничная пасхальная служба в обоих храмах.